Вечером на площадке стало прохладно. Да, я начинаю разогреваться. Отлично, все хорошо, мне больше не холодно. Нужно двигаться. Стало снова холодно, или же мне это кажется? Тогда возвращаемся к боксу. Руки Чунгука очень быстрые, они невидимки. Твои руки не должно быть видно, когда занимаешься боксом. Этот звук исходит не от меня. Тебе нужно дышать определенным способом. Это как? Что-то двигается очень быстро, я не могу разглядеть. Мне больше не холодно. Но я могу увидеть твои руки. Все смеются над представлением Чунгука. Тебе что, током ударило? Теперь Джин прикидывается, что надевает куртку. Здесь так холодно. Нет, 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 нет. Холодно. Нет, нет, нет. Верни ее. Всем вместе на площадке было очень холодно, но и очень весело.